Смотрите, какая приманочка, да, размером, и какая щучка. Это же какое-то издевательство. Ну, что меня радует, что вот эта приманка, она, видишь, работает и по крупной, и по мелкой щуке. Так. Отпускаем этого камнюка. Отпускаем. Возьми сюда, Андрюха. Ближе вот. В воду, когда я положу, она должна втекать. Я вас витаю, люби друзі. Сегодня поговорим о переделке кресла рыболовного. У меня оно служило долго лет, и сейчас пришло, в принципе, негодность. Поролон протрух там внутри, я еще его не вскрывал, но я думаю, я вам покажу, что там внутри, после длительного хранения. Вот. Зима у нас еще не настала, ну, в смысле, по календарному уже пошли первые денечки декабря, а по погоде, то лед еще не стоит, то есть корочка льда покрывается, и как-то оно так происходит. Вон, можете на заднем плане увидеть, там снежок то выпал, то растаял. Ну и все. Сегодня мы займемся креслом. Чем еще заниматься зимними долгими вечерами? Вот так. Так, ребятки, видите, я уже разобрал, снял покрытие вот это. Оно, видите, вот стало вообще, наверное, там сгнила этот поролон. Хотя он у меня отработал, в принципе, лет 10. Вот. И даже фирма, сейчас я вам покажу, вот, Траппер Эксперт. Что самое интересное, за 10 лет, видите, вот цвет ее она даже не поменяла. То есть краска очень качественная. Вот, и материал нигде не порвался. А вот для сравнения, вот этот чехольчик я брал, только я не помню уже какая фирма, он был вот такого же цвета. А стал, видите, как выгорел на солнце. Уже там надо его подшивать. Вот. Вот эти веревочки, сейчас я вам покажу. Вот эти. Они такой вот как резина. Они растягиваются вот, для комфортности. Кстати, они ничуть не изменились, в принципе. Я их и поставлю назад. Хотя на базаре я смотрел, любого диаметра, любой длины продаются вот такие резинки. И там оттянется вот это. Вот. И можно их поменять. В следующий эпизод я буду их распускать. Тут, в принципе, только с одного места можно их распускать. Вот здесь сверху. Нет, снизу. Вот видите, все швы, они внутренние. Вот если присмотреться, видите, шовчик внутри. А вот этот сбоку, вот. Вот это я распущу. Вот этот шовчик. Вытащу оттуда пенопласт старый, пенопласт, скажу, поролон старый. И засуну туда новый. У меня на работе его, короче, списали. И как раз так по, ну, толщине вроде как подходит. Вы увидите, как я буду делать. Так, а вот это он в каком состоянии стал сейчас. Видите, кресло. Ну. Все. Будем переделывать. Зима. Только для таких перестановочек и сделанных переделок, да.
Так, ребята, вот я вскрыл, и что мы видим? Видите, в каком состоянии? Он уже как газета стал, тоненький. Я последний год уже все думал поменять, потому что сидел на трубках железных. Вот. Поролончик надо менять. Вот эта штука, да, что под спинку, там под задницу. Тут видно двойной слой. Видите, он прошитый, он как-то так. Сейчас я буду вырезать, и его уже вскрывать я, наверное, не буду, потому что он накладной получился. А вот эту общую штуку я поменяю. Так. Так, ребята, вот я вынимаю обивку старую. Вот в таком она состоянии. Хочу вам показать, что она улеглась. Поменяю, будет пушистое и мягкое кресло. Вот здесь, видите, всякие. Вот тут хорошо видно, что она, в принципе, ну, в таком состоянии. По-любому надо менять, чтобы было комфортно. Так, ребята, осталось только зашить аккуратненько здесь шовчик, как стежок за стежком, короче, мы его зашьем. Я сейчас пройду в ту сторону, а потом в обратную сторону пройдусь, и этого будет достаточно. Вот, зашиваю я ее плетенкой, взял он с катушечки. И иголку вот такую вот крупную. И все. Немножко терпения, и будет вам вознаграждение. Комфортное сидение. Так что, как-то так. Ну все, так я пройдусь и зашью. Итак, ребята, поменял я обивку. Вот так она приняла форму. Видите, все чудесно получилось. Единственное, что не получилось, там вот эти вставки, они с поролоном дополнительным были наклеены на тот поролон, что был. Вот здесь подкладки. Ну, так как у меня поролон в два раза толще, то есть мне особо и не надо вот это. Вот. Оно и так будет толстенькое, хорошее. Все, осталось только на каркас прикрутить. И будет вторая жизнь моего кресла. Как-то еще на рыбалке я там, может, прокомментирую по удобствам. Или нет. Я его привяжу резиночками и уже покажу в собранном состоянии. Как-то так. Я доволен. Вот, ребята, теперь я его прикрутил. Все назад стало. Все чудесным образом закрывается. Я переживал, что толстый поролон. На самом деле оно еще лучше стало, чем заводское. Не знаю. Наверное, они экономят. Вот. Тут запотело все на заводе поролон. Могли бы и толстый туда вставлять, и оно было бы вообще комфортно. Но ихние, как говорится, проблемы. Так что каждому под силу, каждый может это переделать и будет с комфортом сидеть
на рыбалочке. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Вот. Единственное, что бы мне хотелось, чтобы на этом кресле не сидел какой-нибудь бурят на рыбалке. Да. Так что удачи. Победа будет за нами.